комиксов, аниме, манги и игр решили создать Альянс. Альянс борцов за все хорошее против всего плохого. Герои собрались вместе как один, чтобы ответить на страшную угрозу сил зла. Они бесстрашно сомкнули ряды. Ну и где они их сомкнули? И было великое собрание, но никого не было. У меня для вас очень важная новость. Дело в том, что сердце Кандракара говорит, что... Ваш герой уже здесь! Сайтама? Ван Пальшман? Это я. Представитель марки? Да. Мне кажется, вы как-то слегка изменились. Что с вами произошло? Все дело в моей новой, улучшенной супергеройской диете. Девочки, запоминай. Каждый день вместо пробежек, подтягиваний, отжиманий я употребляю 10 килограмм риса, 10 гамбургеров, 10 литров киселя, 10 котлет, 10 яичек. И я выгляжу и чувствую себя великолепно. А, замечательно. Сражаться так кто за нас будет? Гэндальф, что ли? Ребятки, из фанфиков я. Откуда? Из фанфиков. Кендаль серая. Теперь на 50 оттенков темнее. Отлично. Давайте разработать план. О, так у Трандера есть план. Хоть у нас много цыплю. Сюда когда-нибудь придет нормальный, каноничный герой. А кто поспорит? Аргумент. Я! Ван Пальшман! Я могу любого с одного удара уложить! А я привыкла с уломой. Под меня все сами ложатся. Нужно золото. Все ясно. Ну и комплект собрался. Тоже мне.
защитники. Эй! А вот обживаться не надо! Чего ты сразу? Защитники! И вообще, нормальное кино. Что? Так, это что, все? А где спецслужбы? Люди в черном будут? Люди в чем? Люди в черном, ФБР-овцы. Какие овцы? Американские! Я дико извиняюсь, но... Сайтама! Да что вы там опять копаетесь? Прошу прощения, у меня лежит. Тут что завалялось? Сколько ж можно жрать? Ваша морда скоро в экран не влезет. Чем шире наши морды, тем теснее наши ряды. А, так хоть сюда еще отсыпь. Простите, но сердце Кондракара говорит. Девочка, да не до тебя. Сейчас не иди, у нас тут угроза мирового масштаба идти. Ребята, не отсыпьте. Но сердце Кондракара... А я тут нашел какое-то колечко. Где? Тут что-то написано. Прочти. Не читай. Прочти. Не читай. Ты не прочтешь. Да чего я не прочту-то? Здесь написано Made in China! Made in China! Фу, не мое! Не мое! Ваше! Нужно золото! Так, ближе к делу! Против кого хоть сражаемся? Недавно наши спецслужбы сообщили, что объявился новый черный властелин. А чего черный? Макбел, что ли? С ними только свяжись. Ой, это милая, ты не переживай. Знаешь, я по этим черным властелинам большая специалистка. Я этих черных властелинов еще до смены пола, как тузик грелку. Понятно. Также мы получили его изображение Сайтама. Разверните и покажите, пожалуйста, всем. А что он нам сделает? Ой, милая, подрастешь, узнаешь. А я смотрю, бабка в теле. Сынок! Так, Трал, а вы что на это скажете? Трал, вы... Поведение. Да, все понятно. Чего этот черный властелин от нас хочет? Также мы получили от него телеграмму, и в ней было сказано только одно. Цитирую. Я... Вам покажу! Что? Он мне? Да я сам сейчас такое покажу. Идите! А что он нам покажет? Подрастешь, узнаешь! Значит так, давайте девствовать! Что? Действовать! Действовать! Какой у нас арсенал оружия? Мой посох! Мое сердце! ЧСВ. И мое вот это вот все! Здесь у меня план Гендальфа, карта Мордора, компас Полтавы. Так, кубик Рубика, носки Рубика, трусы Рубика. Рубик, позвони мне! Шалун! Пикачу! Я выбираю тебя! Так. Боже, здесь все пацаны! Здесь скелеты! Я уверенная манга. Не могу взять это. Простите, но сердце Кондракара говорит, что... Девочка, да не до тебя сейчас, не до этого сердца. У нас тут война на подходе к стаке, который час. Время убивать. Значит так, слушайте, все у Митрайдера есть план. Значит так, берем самого мелкого из нас. Ты, девочка, иди сюда. Ну, наконец. Она берет вот это вот свое сердце. Вон то кольцо вот где? Покемона. Вот. Вот это вот идет к этому черному властелину и бросает это все в какой-нибудь вулкан. Готово. Отлично. А дальше-то что, а? Да бог его знает. Ну, обычно работает.
обратно на орлах. Отличный план. Знаю. Самой нравится. Да послушайте же вы все! Скорее бежим отсюда, в это здание врежется огромный метеорит. А что потом сердце Кондракара мне сказала? Да что ж ты раньше-то молчала? Срочно зовем Брюса Уиллиса! Да кого? Брюса Уиллиса! Опять умирать молодым. Да бежим отсюда! Бегите, глупцы! Так я не понял. Вы что, забыли, за что мы боремся? За республику! За Кондракар! За Средиземье! За Рейтинг!